Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Провязали 21 ряд до конца и также соединились просто соединительной петлей с первым столбиком. Теперь приступаем к 22 ряду, выполняем также соединительную петлю во второй столбик, 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого же столбика второго вяжем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Здесь у нас 2 воздушные, столбик с одним накидом в арку 2 воздушных петель, которые между столбиками без накида мы так уже вязали. И пока будем так вязать дальше. 2 воздушные. Здесь просто вяжем вокруг каждого столбика по столбику. То есть у нас остается здесь 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Здесь также 3 воздушные. Столбик с одним накидом. В арку между столбиками без накида. Все то же самое. 3 воздушные. Теперь здесь вокруг следующего столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сразу же в арку из 3 воздушных петель выполняем 7 столбиков с одним накидом. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И рельефный лицевой вокруг следующего столбика. То есть всего у нас здесь получилось 9 столбиков. Получается 2 по краям и 7 в арку. 9 столбиков. Все, теперь у нас в зеркальном отображении 3 воздушные. Столбик с одним накидом в арку 2 воздушных петель. Между столбиками без накида. 3 воздушные. И здесь у нас идут столбики по одному. Здесь у нас по 2 воздушные, столбик с одним накидом в арку, между столбиками без накидов, 2 воздушные, и идут наши 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго столбика. Все. Вот такой у нас получается раппорт. То есть здесь ничего нового, мы так уже вязали. Здесь остается по одному столбику. Здесь вяжем рельефные лицевые вокруг столбиков, 7 столбиков в арку. То есть всего у нас 9 столбиков получается. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Провязали 22 ряд до конца, соединились просто с первым столбиком соединительной петлей. Теперь приступаем к 23 ряду. Также в начале у нас все как обычно. Во второй столбик соединяемся, точнее выполняем соединительную. 1 воздушная петля подъема, и вокруг этого же столбика выполняем 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Две воздушные петли и выполняем столбик без накида. Опять 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку. То есть в этом месте у нас пока все остается точно так же. Далее опять 2 воздушные и выполняем наши 3 рельефные лицевые столбика с одним накидом. В этом месте тоже пока все точно так же. В этом месте мы раньше выполняли по 3 воздушные петли. Теперь будем выполнять так же, как здесь, по 2 воздушные. 1, 2. И сразу в следующую арку столбик без накида. Опять 2 воздушные, столбик без накида.
2 воздушные. И в этом месте вокруг каждого из 9 столбиков выполняем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. То есть у нас здесь будет 9 изнаночных столбиков с одним накидом. Вот так провязали вокруг каждого изнаночный столбик с одним накидом. Далее у нас в зеркальном отображении 2 воздушные петли. Сразу же в следующую арку у нас идет столбик без накида. 2 воздушные. Столбик без накида в следующую арку. 2 воздушные. И идут наши 3 рельефные лицевые столбика с одним накидом. В этом месте также 2 воздушные, столбик без накида в арку, 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные и наши 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг второго. То есть вот наш раппорт. Здесь у нас все остается точно так же, как мы уже вязали. Единственное, вот в этих местах теперь также по 2 воздушные делаем, как вот здесь. Было по 3, теперь по 2. И в этом месте просто вокруг каждого провязали по одному изнаночному столбику с одним накидом. Все таким образом вяжем ряд до конца. 24 ряд. Начало у нас такое же, как обычно. Во второй столбик выполняем соединительную петлю. 1 воздушная петля подъема и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. Две воздушные. И в арку из 2 воздушных петель между столбиками без накида, как мы уже делали, также соединяемся столбиком с одним накидом. 2 воздушные и выполняем 3 наших рельефных лицевых столбика с одним накидом. То есть вот так у нас получается, как обычно мы уже так вязали. В этом месте вяжем 1 воздушная, накид. И в арку 2 воздушных петель между столбиками без накида выполняем столбик с одним накидом. Теперь 1 воздушная. То есть раньше мы выполнили 3 петли, потом 2. Теперь 1 столбик с одним накидом, опять 1 воздушная. И здесь в этом месте вяжем вокруг каждого столбика, выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И между всеми столбиками у нас будет 1 воздушная петля. Провязали рельефный лицевой, 1 воздушная вокруг следующего. И так вяжем вокруг каждого столбика. По одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И 1 воздушная петля между всеми столбиками. Провязали.
9 столбиков с одним накидом, рельефные, лицевые, и везде одна воздушная между столбиками. Также одна воздушная после последнего столбика, и в арку двух воздушных петель между столбиками без накида выполняем столбик с одним накидом, опять одна воздушная, и здесь вяжем наши 3 рельефные лицевые столбика, также с одним накидом. Здесь у нас все по-прежнему 2 воздушные, столбик с одним накидом, 2 воздушные. И здесь у нас идут наши 3 столбика вокруг второго столбика. Вот что у нас получается. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. 25 ряд. Соединительная петля во второй столбик, 1 воздушная петля подъема и 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. Здесь у нас ничего пока не меняется. Здесь также 2 воздушные петли, столбик без накида сразу в следующую арку, 2 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку, 2 воздушные петли, выполняем рельефный лицевой вокруг следующего столбика, рельефный лицевой вокруг следующего, а вокруг следующего сделаем прибавку из 2 рельефных лицевых столбиков с одним накидом. То есть у нас всегда здесь было по 3 столбика, теперь будет 4 в этом ряду. Вот так. Сначала 2, а потом прибавка. То есть прибавка ближе, которая к центру. И здесь будет зеркально. Сначала будет прибавка, а потом будет 2 столбика. Теперь 2 воздушные петли. Пропускаем вот этот столбик, который у нас был вот отсюда. А уже который здесь, наши 9 столбиков, вокруг следующего столбика вяжем рельефный лицевой с одним накидом. В арку одной воздушной петли между столбиками, которая у нас была, выполняем столбик с одним накидом. И так чередуем. Рельефный лицевой вокруг столбика, обычный столбик просто в арку. Рельефный лицевой и обычный. И так чередуем, пока не провяжем все столбики. Получается, у нас должно получиться 9 рельефных столбиков и 8 обычных столбиков. Всего 17 столбиков в этом месте. И вот наш последний столбик рельефный лицевой. То есть вот что у нас в этом месте получается. Далее 2 воздушные, вот этот столбик, который у нас отсюда идет узор, мы это пропускаем, и вокруг следующего рельефного лицевого выполняем прибавку. 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом вокруг одного. Теперь вокруг следующих 2 вяжем по 1 столбику. В этом месте у нас все по-старому, 2 воздушные, столбик без накида в арку, 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку, опять 2 воздушные, и здесь у нас уже идет наши 3 столбика вокруг второго столбика.
Вот что у нас получается. Вот такой наш рапорт здесь. Вот это мы пропускаем. Просто делаем две воздушные здесь. И здесь столбики вокруг рельефных и столбики в арке одной воздушной петли. А в этих местах пока все по-старому. И прибавки вокруг столбиков, которые ближе к центру у нас идут. Все таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Ну и также я хочу вам напомнить, что мне очень любопытно знать, что же у вас получается по моим мастер-классам. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом «Вяжу с Дуду». Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и делаю скриншоты, которые показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно было интересным и полезным. Подписывайтесь на мой канал и присоединяйтесь ко мне в Instagram. Там тоже очень красиво и интересно. А с вами был я, Эд. До скорого!